Мне кажется, они живут своей жизнью. Они. Мы своей. Это игра, это политика, игра, это разные вещи. Мы тоже как-то, наверное, от этого тоже нас касается, но не в той степени, не в той большой степени, как на самом деле. Их жизнь между собой, да, их переговоры, их разговоры, их политическая жизнь и наша жизнь, скажем так, простого обывателя, она отличается и, не знаю, мало, наверное, касается, хотя сложный вопрос, философский сложный вопрос, не могу сказать.